Всем привет, с вами Ольга Чернова. Раз уж я сегодня начала отвечать на вопросы, я вот несколько вопросов выписала, которые считаю, что нужно ответить. Вот Марина спросила, посмотрела видео она, высчитываем точную дату посева томатов, где я сказала про 60 дней. Но опять же, я упомянула, что это средние сроки для тех, кто вообще, у кого нет своей даты. И она написала, вот бы про перцы, так сказать. Я сейчас скажу про перцы, как мы ориентируемся. Если вы умеете высчитывать дату томатов, или если вы знаете точно, вот, например, вам сказали соседи, что в нашем регионе мы, например, сеем томаты такого-то, такого-то, пусть там, ну пусть 1 марта, чтобы легче было, то перцы мы высеваем всегда раньше. Они, во-первых, всходят дольше, от 1 до 20 дней можно их ждать. И зависит от того, сухими ли семенами вы посеете, или вы все-таки будете до наклевывания их замачивать. Вот от этого зависит. Потом зависит от того, куда вы их будете высаживать. В теплицу или в открытый грунт. Или в открытый грунт под пленку. Или в голый открытый грунт. Вот смотрите, если вы 1 марта у вас посев томатов. Для теплицы, если для теплицы, не, начнем с открытого грунта, то для открытого грунта перцы сейте на 2 недели заранее, до томатов. На 2 недели заранее, если они у вас замоченные. Если они у вас сухие, то их можно сеять даже за месяц заранее. Представьте, они 2 недели будут сходить, и как раз они взойдут в тот период, когда 2 недели будут до посева томатов. А если вы высаживать будете в теплицу, то перцы вообще сеять нужно очень рано. Вот я скажу про наш сибирский регион. Если у нас стандартные сроки посева для открытого грунта томатов 1-10 марта, ну, с самых высокорослых начинаем, то перцы такого же порядка, высокорослые, люди, даже не имеющие теплицы, уже начинают высевать 1-10 февраля, на месяц раньше. А вот для теплицы, вот для получения чуть пораньше урожая, я вообще высевала даже конец января. Надо опять же знать, какие семена. Магазинные семена всегда сею раньше, потому что вдруг они не взойдут и придется пересевать. Это очень часто бывает с перцем. А свои семена сею немножко попозже, потому что они у меня всегда свежие, и у них схожесть всегда как-то побыстрее и подружнее. Тут много нюансов, но единственный ориентир, ориентируйтесь по томатам. Или на 2 недели, если открытый грунт, или на месяц раньше, чем томаты. Это если теплица. Все, это очень просто. Один раз посеяв вот в эти сроки, вы уже на следующий год будете знать. Вы вспомните и подумаете. Так, в прошлом году я посеяла, например, 15 февраля. Это поздно, не вызрели. Нужно посеять пораньше. Или другая была причина. Вспомните, так вот 15 февраля посеяли. Ну нифига они не взошли быстро так. Надо, значит, им давать фору еще больше. Еще на 10 дней отступайте. Это же зависит от всего, как я уже говорила, и качества семян, и если холодно. Вот в прошлом году мне пришлось, томаты сходили просто так, а перцы пришлось ставить на кусочек теплого пола и подогревать, потому что у них более высокая температура для прорастания семян, и если вы посеете, поставите, а у вас дома прохладно, у них до 28 даже требуется, 25, 28, 30 градусов. И если у вас прохладно, они могут лежать бесконечно долго. И проснуться, и сойдут только тогда, когда наступит та температура, которая им нужна. Так что их можно посеять рано-рано, а взойдут они через 3 недели. Вот такие перцы у нас капризные. Но не сами, а семена, конечно. Все, до свидания. Но сейчас будем, когда сеять, мы все эти нюансы будем говорить. И, может быть, кому-то нужно замачивать, чтобы попозже сеять. Легче, наверное, замочить, подождать, когда наклюнется, но посеять позже на недельку. Тут каждый выбирает сам. Мне вот, например, проще посеять сухими семенами пораньше, но сухими, чтобы не мучиться с этими, ну, со стаканчиками, со всякими замачиваниями. Я лучше сухих семян посею раньше и увеличу норму высева. Потому что сухие семена, когда мы до наклевывания их намачиваем, мы уже видим, какой наклюнулся, а какой нежизнеспособное семечко. А сухими, когда мы сеем, мы не знаем, какой из него взойдет, какой нет. Поэтому нужно сеять чуть-чуть больше. Все.